Всем доброе утро! На часах 5 утра. И ой, и все мокрое. Блин, всю ночь дождь что ли шел? Что-то я ничего не слышала даже. Ой, хотела посмотреть, как там соединения мои прорезанные в бассейне, но что-то передумала. Мокро, неохота. Я посмотрю. Папушка у меня отжала эти боты. Пусть носит на здоровье. Она теперь в них по участку шалындает. Ой, блин. Кошмар. Опять земля вся, короче, пошла. Жесть. Вот, кстати, Кося не выезжал. Здесь Кося ничего не месил. Однако, видите? Так что, не надо ля-ля. Так. Пойдем посмотрим. Дырочка уже покрылась водой наполовину. Главное, чтобы там ничего не текло от моих самодельных вырезанных дырок. Надеюсь, ничего не течет. Если по борту ничего не течет, то значит все отлично. Ой, прохладно что-то. 4 утра сегодня. Обещали вроде 26 или сколько там, 20, 25. Не, ничего не течет. Слушайте, супер. Это капли капают от этой фигульки. Прекрасно. Красота. Среди бегущих первых нет и отстающих. Ой, супер. Да, что-то мы сегодня рано. Доброе утро. Доброе. Папа уже встал. Ты уже бассейн наполняешь, что ли? А? Бассейн наполняешь? Включил уже с утра? Молодец. Не минуты простой. Ой, хорошо, роса еще пока лежит. Думала просто Косю выпустить, но, видимо, пока нет. Пусть. Все, да, для чего мы сегодня так рано проснулись? Потому что нам сегодня нужно ехать к нотариусу. Нам нужно сегодня... Ну, я подробностей не знаю, но я так понимаю, нам нужно приехать к нотариусу. Прошло полгода после смерти тети Вали. И там есть уже какое-то решение по поводу наследства. Вот так вот. Так что мы сегодня едем, наверное, за документами или за чем-то таким от нотариуса по поводу наследства. Ого! Спасибо большое! Прикольная такая. Папа на грядке нашел с утра. Смотрите, какая она красивая. Аппетитная. Маникюра нет, нифига. Мы доехали. Приехали сейчас у мамы дома, нахожусь, вот, и легла, потому что что-то пока мы ехали, у меня заболел желудок, что-то непонятно, причем он еще не болит, но я уже чувствую, что он заболит, потому что очень неприятные ощущения, поэтому я сейчас лежу, взяла себе мамин iPad, хочу что-нибудь посмотреть, очень хочется немножко как-то выпрямиться. У меня вообще тело не любит, когда я долго еду за рулем, потому что у меня начинает болеть голова, у меня начинает болеть спина. Вот. Может быть, конечно, это у меня индивидуальное так, но мне кажется, это что-то такое именно от сидения, наверняка такое у многих происходит. Вот. И вот в этот раз желудок что-то не очень. Короче, он меня не переносит дорогу. Вот. Ну что, смотрите, те цветы, которые я поливала в свое время, они... неплохо себя чувствуют. Не все, конечно, но многие. Вот здесь над головой висок, цветок неплохо себя чувствует. Вот тот тоже хлорофитом неплохо себя чувствует. Там монстера. Ой, вот это вот. И вот этот цветочек я поливала. Вот этот не помню, поливала или нет. Так что часть цветов спаслось от неминуемой смерти из-за того, что нас тут нету. И вошли в квартиру. Здесь запах самой квартиры еще такой, как бы, ну, странный немножечко. Вот. А когда зашла в ванну, там вообще, конечно, просто глаза слезились из-за того, что долго не было. И в туалете в бачке протухла вода. Причем
не, если спустишь бачок и перекроешь воду, чтобы там не было воды, чтобы там ничего не тухло, мы боимся, что мало ли потрескаются какие-нибудь прокладки, такое было уже, вот, от сухости. И потом придется менять всякие прокладочки резиновые, то есть 5-10. Вот. А видите, если оставить воду, она тухнет. Ну, в общем. Мы, кстати, очень быстро доехали. Сейчас 8:46 утра, а мы уже в Москве. Причем это мы еще заехали к бабушке в квартиру, еще там похозяйничали. То есть мы в Москве были в 8, выехали мы в 7:10. Вот, и, ну, довольно быстро, надо сказать. Мы, честно говоря, думали, что будут большие пробки какие-то, и мы можем застрять, вот чего боялись. А у нас абсолютно точное время назначено на встречу с нотариусом, и вот опоздать к этому времени не хотелось бы. Сейчас собирает мама продуктики. Мы тут купили кое-что в Москве, а то вот, например, пельменей из мясного нет на даче, и даже мясного рядом нету. Ну и там еще кое-что, у них неплохой мясной отдел. Вот, так что решили захватить, все равно мы рядом. Сейчас уже собираемся и едем назад. Мы все сделали, все оформили. Ну там еще, правда, до конца еще оформлять и оформлять, но тем не менее... Все окей, дело сдвинулось с мертвой точки. Ну, а мертвая была, просто это долго. Ну, долго, да, просто эти долго, полгода долго. Законом положенные. Да. Вот, ну, теперь уже осталось все оформлять. Да. Выждали, все сделали, теперь оформлять. Ну, это не мы будем уже оформлять, это будет контора уже оформлять. Ну, да. Я не знала, что, оказывается, надо ехать в Росреестр. Ну, переоформлять, знаешь, видимо, да. Я не знала, ты понимаешь, я что-нибудь когда-нибудь, ну, оформляла, да. Такое, нет? Нет, конечно. Нет, конечно. Нет, конечно. Да, не закрывается. А почему так? Думаешь, где-то это перекрыто? Или А как пережмешь трубу-то? Нифига себе. Папа говорит, с водой вот через участок все нормально. А между нами только участок тети Светы. Интересно. Нет, мы уже полную банку с тобой один раз засыпали. Хватит хлора. Так он же остался на солнце. Это шоковая была. Теперь нужно обработку ежедневную. Не, ну, да, ежедневную, короче. Пока зеленый еще можно. Утеплитель, кстати, я смотрю, выдерживает это дело. Стоит на досочках, конечно. Там досочки подложены под каждую ногу. И все выдерживает. Так, я пойду фильтрацию включу. И хоть попробую, он будет... Шуметь он будет или нет? Да. Шуметь он будет или нет, точно. Костя тут вовсю ездил, пока нас не было. Косик. Так, набрали вроде кое-как, ну хоть как-то. Так, что у нас тут? Ничего не течет. Ты видел, дырки не текут, Дим? Ну, я думала, что течь будет, а оно не течет. А? Ну вот я так трогаю, ничего нет. Лужа внизу есть, это, видимо, от дождя. Да, подрезанные. Давай, ставь. Но ничего не течет. Ставлю на фильтр, да? Ой, подожди, какой фильтр? Надо же открыть. А зачем? Подожди, только попробуем так сначала. О! Воздух из шлангов выходит, видимо. Димка предлагает скиммер поставить и сделать по-человечески. Ну, давай сделаем. О! По-человечески, хорошо. Во, круто. Ой-ой-ой-ой. Сейчас воздух надо выпустить весь. Смыло уже, да? А? Смыло уже полностью. Да. Ну, я скиммер не подключала пока. Хочешь скиммер подключить? Ну, вруби, мы посмотрим, что он сейчас работает, все в порядке. Давай. Он должен сейчас дуть вон в ту сторону. Понял. Ну-ка. Дует? Ой. Запусти его вниз, чтобы было. Что-то ему как-то нехорошо, по-моему. Причем с этой стороны не течет все нормально, а с той стороны что-то происходит. Что с ним? А, не докручено. Сейчас. Не, во-первых, воздух опять. Из труб пошел. Из, да? Трубы, да. Угу. Вот. А во-вторых, вот эту вот серую накладку большую
Вот эту надо докрутить по возможности. Вот эту? Вот туда. Не вот эту маленькую, вот эту не маленькую, всю большую, да. Ух ты. Попробуй. Получится? Во, видишь, она докручивается. Подержи, пожалуйста, вот здесь, можешь? Могу, да. Не сломай только. Угу. Крутится, да? Да. О, я ее, видишь, не закрутила, видимо. Все, попробуй. Да. Так, и... А она вот это настраивается? Да, она настраивается. Я специально ее вниз опустила, угу. В ту сторону. Давай, давай, пускай. Да, снова включаем, да? Так, давай. Все? Нет, все равно? Все равно стреляет. Стреляет. Мне не нравится, что она вот отсюда бьет. Ну, может, снять ее вообще? Угу. Мне кажется, ты неровно ее изначально завела. Ну, и закрути ее тогда. Не откручивается теперь? Это подхватить неудобно. Вот с той стороны, изнутри бассейна было бы удобнее. Ну, понятно. Залезай. У меня еще одна есть такая крышка. Может быть, другую крышку просто одеть? Во. Вот эта крышка есть. Угу. Только не всю, а вот открутить просто от нее. Вот эту часть, да? Да. Ага, а он, получается, вот так сейчас там стоит? Да. Только эта вот штука с аэрацией, а там стоит без аэрации. Попробуй. Ну, если ты открутишь. Попробуй. Это сначала открутить моими руками. Да. Открутилась? Угу. Да. Во. А то одеть. Получится? Мне кажется, вот это просто давление дополнительное дает вообще. Может, может. Там еще, понимаешь, что она странная. У нее изнутри, смотри, резинки вот здесь силиконовые. Она не дает идти нигде в воде, кроме как в центре. Вот эти вот лопатки. Что не так? А, все так, просто накладка странная. Сейчас новую накладку попробуем, может будет все нормально. Вот эта вот накладка. А почему странная? Давай, пробуй. Во все стороны хлещет, потому что накладка это. Сейчас, секунду. Посмотри, смотри, чтобы тебя не обдало. Ой. Лучше? Такой душик. А основную струю поверни туда. Ну там тоже регулируемая. Вниз и туда. Клинит. Снаружи, главное, ничего не льется. Это прям прелесть. В сторону, да? Да, вот. Все, супер, отлично. Ну вот. Скиммер теперь. Что ты делаешь? А надо? Просто теперь стоит хорошо. Ну вот да, конечно, сантиметриков 5 бы еще добавить. Или там так же было? В смысле? С прошлым бассейном, я вот не помню. Мне главное, чтобы основная струя била вон туда. Ну, в ту вот сторону. Вот, вот, вот. Да, основная струя бьет туда. И все, пусть фильтруется, стоит. О, кстати, стало меньше. А? Давай, стало меньше воздуха вот здесь, вот в этой штуке. Сейчас, секунду, посмотрю на давление. Давление лучше. Выключаю. Врубай, да, и давай скиммер поставим. Все работает, это радует. Так, скиммер. Что, я не помню, по-моему, вот эта фигня откручивается же, да? Ничего там не откручивается, это новое. В ней ничего не откручивается. А как скиммер ставится? У нее а, там да, все, будет, вот, все нормально. Вижу, да? Да, сейчас я скиммер только на. А, скиммер вон там. Сейчас принесу. Скиммер, подожди, скиммер. Это вот. Ведро от скиммера, а сам скиммер? Сам скиммер вот тут. Я его сюда отнесу. Да. Немножко. Может быть, кстати, этот скиммер не будет спадать с перил. А то на прошлом бассейне он с перил спадал. Вот, скиммер. Накрутишь? Да. Там две резьбы, одна большая, одна маленькая. На маленькую. Плюхай его. Да, конечно, целиком. Чего нет? Чего-то нет? Нет, у него все завязано.
Надо будет его еще подлить немножечко. Басик. Маловастенько. Есть одна рука. А ты отпусти скиммер, ты пусть плавает. Да, и если он сейчас утонет, то... Не надо его отпускать не просто. Не давай я накручу. Пуша, Андрей мой, ты меня встречаешь? Детка моя сладкая, конфетка лапу тянет. Девочка моя, привет, малышка. Лапку тянет ко мне. Кто мне лапку тут тянет, а? Кто мне лапку тянет? Кто мне лапку тянет, а? Кто это? Пупсик. Малышка, бери салатик, дочка. Ага. Переодевайся. Так, сейчас я бабушке другое печенье хочу. Так, печенюшки, конфетки, запас хлеба. Салатник привезли, а то мы салат режем по чашу весов. У нас салатник разбился и все. Вот так что теперь новый салатник. Слава богу. Позитивная собака. Собака-позитивчик, да? Правильно, молодец. Так. Сейчас. Господи, и завалилась. О, Бог. И завалилась. О, Барка. Как один раз наша бабушка Маша. А да? И в травмпункт. Ой, кошмар. Это уже не арабы, курица какая-то. Не помню, похоже, был перелом или что-то. Не, не перелом. А подвернула сильно коленку. Кошмар какой-то. Осторожнее. Похоже, гипс накладывает. Или нет? О! Мама! Вижу, да. Висела, ага. Секунд пять. Ага. Равновесие поделай. Ты в равновесиях у меня падаешь. Не равновесие! Ты можешь себе ногами уши заткнуть, Маш. Почему я уже пока слушала эти два типа людей и не закрыла уши? Да, типа людей. Женя, как слушать возможно? А вот как это вот слушать с подкорном? А вот так вот. Равновесие, Машуля. Осторожно, больно же ногам. Не больно. Не больно? Без опоры. Мам, сначала с опорой. На плитку же кость не пойдет. Без мам, опоры. Макс, кстати, колечко. Помнишь? Кстати, колечко. Помню. Захват только должен быть не согнутой коленкой, а мах сильный. Нет. Нет. А какое? А. Ну, ты выше можешь. Тяни. Во! Сложилось. Ну-па-пам. Ну-па-пам. Молодец. Разминайся, разминайся, пупсик. Тебе надо. Оттопыренная. Мам, а ты можешь сфоткать меня? Сфоткать? Давай. Положении. Давай, сейчас. Ух ты! А, это мы по дороге купили. Какая красота! Мамулик уже тут все нарезала. Мы готовы к очередной порции шашлыка. Только в этот раз у нас не совсем шашлык, у нас колбаски. Просила найти ей яблочко. По-моему, было то ли одно, то ли два. Вроде мама говорила, что оставались яблочки. Но я не уверена. А вот яблочко. Ой, яблочко. Мам, подожди. Ой. Это апельсин. Это помидор. Нет, вот яблочко. Ага. Помой его только, ладно? Да. Слушайте, меня бабушка так рубит. Бабушка, я вымою с мылом. Вот. И ты тоже с мылом помой, ладно? Ага, только у меня руки грязные. Сначала руки, потом яблоко. Меня так рубит, я так хочу спать. Ужас просто. Папа. Папа косит газон за... За этим. За забором. Очень рано сегодня встали. Мама в машине покемарила немножечко, пока ехали сюда. А меня прям рубит сейчас. Не могу, я даже есть не хочу. Димка там жалит, во все, понимаешь, он старается.
Там сосиски? Ножки есть. Там ножки есть. Поставьте греться на газу. А, я поняла. Просто кто-то если кто-то будет, да. Сосиски, колбаски. Я специально много не делал. Хорошо, хорошо. Пойдем посмотрим. Вот, он старается, он готовит. Костя у нас сегодня целый день ездит. Папа его сегодня выпустил. Вот, и он нам снова подстриг газон. Такой молодец. Умничка просто. Все ровненькое такое. Красота. Идеально. Идеально. Можно посмотреть, что у тебя там получается? Можно. Пока не готово. Ну, я понимаю. Это я понимаю. О, оп, там. Вау. Обычно на решетке места не остается, а тут вот, наоборот дырка образовалась. Дырка? Не хватило, что ли? Да нет, я просто часть сосисок заморозил еще. А, ты не все упаковки открыл? Не, я открыл вот маленькие, эти говяжьи, вот большие бараньи. Угу. Ну, там еще ножки. Папа, ты тоже готовил, старался. Ну да. Поэтому. Это да. Вы молодцы у нас сегодня. Хозяева. Это сегодня. Ну вообще, хорошо, вообще. Вы у нас вообще молодцы. Красота. Я не могу, я спать хочу ужасно сейчас. Того гляди, я сейчас рухну. Я пить сейчас хочу и спать хочу. 9 часов вечера настанет у тебя этот. И движник включится. Надеюсь, нет. Нет. Так он убежал. Не? Глянь его на качелях. Если его нет, то он ушел. Мань. Мы все равно сейчас садимся кушать. Машка, можешь тебя попросить? Вилочки упакуешь нам красиво? Угу. Сделаешь? Угу. Давай, там 6 вилочек. Сейчас? Ну, через 15 минут они должны быть готовы. Угу. Запряг ребенка. Как помогает? Сервировка, да. Подумай. А угу. Ты что? Скачет с яблоком, а потом кушаешь. Ой. Ножки лежат. И соединения все лежат. Не знаю, мне кажется, они не нужны. Да мне кажется, ножки эти не нужны. Зачем мы оставили? Не знаю. Ну ладно. Надо, значит, надо. Кому-то это надо. Так. Ой. Газончик такой плотный стал. Прям даже вот просветов не видно. Класс. Труженик тыла. Готовишь салфеточки, да? Молодец. Так, а я пока ножки поставлю разогреваться. Папа тут ножки пожарил. А, куриные? Если ты колбаски не будешь, то ножки есть. Или ты будешь колбаски? Соседи приехали, по-моему. Я что-нибудь буду. Да, соседи приехали там. Люди приехали. Да. А она пошла показать Жене, что там гремит так сильно. А кто тут уже начал лук хомячить? Угу. Сейчас кушать сядем. Угу. Приятного аппетита. И Маша уже завернула вилочки всем красиво. Чего? Женю. Она, у нее Женя на руках. Угу. Женька просто как от грозы от этой косилки начала прятаться. Страшно, ей папа периодически на забор попадает, поэтому... Очень резкий звук. И... Косилка, да? Да, косилка. Все, она уже успокоилась. Посмотри, какие розы сегодня распустились, а? Ты только глянь. Ты посмотри, какая красота. Красотища, правда. Посмотри. А вот это вот, я говорила, 13 лет. Посмотри, она какая высокая в этом году. Да. Угу. Я сразу вспомнила видео, которое мы смотрели. Там тоже розы кругом. Да. Вот тоже. Очень красиво. Какая роза здесь. Угу. Вот, я знаю, что ты это дело не любишь. Я не то, что не люблю, я не понимаю удовольствия. Смотри, но какие бутоны. Любоваться, почему посмотри, нет? Цвет какой, оранжевый. Ага. А мне вот этот красный. Цвет больше нравится. Какой? Вот этот? Вот этот? Да. А ты посмотри, какая она набитая. Она будет угу. Как из коллекции Дэвида Остина, вся набитая. Угу. Вот. Климатис распустился. Дай хоть перед тобой похвастаться. Давай, хвастайся. Фиолетовый. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Это мы в прошлый раз покупали с тобой в Каверино. Ага, красивый. Очень. Темно-фиолетовый, да. Вот, видишь?
Так что вот. Этот засранец не покосил тут до конца. Да, он как-то прошел-то чуть-чуть. Ну, он приедет сюда еще и покосит. А вот это прям моя гордость. Ты посмотри, что с ней творится. Я думала, вот все. И причем бутоны крепкие такие, вот прям вот они крепенькие, смотри, не бутоны, а цветы. И цветок тяжелый, даже головка наклонилась. Видишь? Не-не, классный. Барс такой. А бутон, это же вот просто картина розы. Да? Мне очень хочется светлых роз, не вот таких вот красных, никак малиновых. Не могу выбрать. Вон светлая. Хочется. Ау. Вон там мне очень нравится, очень нежный цвет. Да, да, розовая. Здесь три очень сорта. Очень красиво. Сидит. Ну, надо съездить в Каверину, купить желтую розу. Да, 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 да. Или какую-нибудь белую, да, такую. Да, 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 но плетистую, понимаешь? Мне хочется плетистой. Вот они, конечно, изумительные. Можно и плетистые, в принципе. Да? А, все, уехал, он сегодня больше не будет выезжать. 7 часов стукнуло, и он это, отчаливает. Да, у него в 7 часов заканчивается рабочий день теперь. Он больше не поедет. Как раз вечер, все, хватит, везде покосили, все. А что это у тебя так громко вещает, а, Дим? Это ты что слушаешь? Это ты своего этого товарища, который про питание говорит и тренировки? Тут Навальный. А, понятно. Интервью с ним. Ну, старое. Интервьюшка. Ясно. Давай, что помогу? Давай. Давай. Снимай сосиски. А, давай. Куда снимать? Ну, тебе помощница моя. Чего? Я сделаю. Идите, садитесь, усаживайтесь. Собирай всех. Ладно. Не бегай, что-то. Собираю, хорошо. Нет, все-таки, что бы кто ни говорил, а с роботом газонокосильщиком газон стал плотнее. Более набитый, более такой плотный. А все остальное это испортило дожди, вода. Все вот это вот. Конечно, то, что мы ходили по газону во время того, как земля была. Смотри, курица какая душистая. Очень мягкая. Борис жарил. Двигаемся, двигаемся. Ой, а можно мне тоже ножку? Я колбаски, честно говоря, не очень люблю. Да, можно ножку. Почему нельзя-то? Можно ножку. Димка обожает колбаски. А Диме, ой, Диме, а ты что? Маша ножку, да, скорее всего, ножку будет. Вот вам ножки. Ешьте. Так, а мне надо за Машей сходить тогда. Она прям вот тут. Вот, да крикни ей в окно, конечно. Да ладно. Она говорит, я тут на дороге. А, ну все, я пошла ее звать тогда. Дим, я Машу зову, да? Кто? Машу зову? Да, да, да. Ага. Привет. Привет. У Женьки, по-моему, да? Женьки, не знаю. Не знаешь? Пойду посмотрю. Там просто кушать уже скоро, так что ты это... Ну ладно, что? Ну, в смысле, недолго, ладно? Женя, ты что хромаешь-то? Понятно. Пойдем, выйдешь после ужина, ладно? Сейчас мы же яблоко подаем. Пойдем. Там салатик, курочка. Пошли, покушаешь. Угу. Ты что, жена на столе все? Да. А я есть-то особо не хочу. Ну, пойдем, ладно. Покушаем? Заходи. Леска у тебя усиленная, что ли? Она крученая какая-то, нет? С проволокой. А, с проволокой, нифига себе. Ой. Круто. Так и не дали папе докосить. Он хотел закончить, а потом уже идти кушать. Так, мышка, давай. Мам, я дальше ничего не добрызла. Я поняла. Это можно и в компостную кучу выбросить вообще. Огрызочек. Избегаешь? Угу. В крайнюю там за качелями, ладно? Угу. Ну ладно, сейчас покушаю, а потом уже. Мне показалось или
Стирка. Показалось. Да. Папа там не закончил, говорит, я особо кушать не хочу, но все равно идет. А никто не хочет особо кушать. Ой, какая красота. Не говори. Папа Борис, идет. Борис, папа Борис. Идет. Борис, вон, видишь, Борис, вон макушка его. Бассейн почти готов. Посмотрите, какой он прозрачный. Цвет еще не совсем голубой. Дело в том, что у нас такая вода. Спрашивали просто, что бассейн новый, а вода почему-то зеленая. У нас такая вода, представляете, идет из шланга. Да и из колодца, в общем, тоже такая зеленоватого цвета. Вот. Но сейчас опять закинули хлор. И к завтрашнему дню нам обещают жару. И бассейн должен быть голубенький, я думаю. Посмотрим. Жека сейчас обиделась, мама ей давала косточку. Идеально. Да? Она ее прятала, видимо, есть не хотела. Серьезно? Идеально. Да ладно. О, да. Круто. Ну, завтра купаться будем? Если поднимется 21, перемешалось. И перемешалось, и уже прохладно, как бы, и вот это вот все, конечно. Ну, вода вообще кристалл просто. Наконец-то! Мы так долго этого ждали. Класс. Все квадратики видны. Все. Вау. Супер. Завтра будем купаться. Завтра поставим твою подставочку, которую ты делал, под лестницу сюда. И будем. Дай хоть погляжу. Ножки нормально стоят? Вроде нормально. Они, конечно, отклоненные, но вроде не ничего. Чистенько, классно. Не знаю. Хотела оставить, но без скиммера. Скиммер боюсь оставлять. Хотя... Мы включили фильтр, и он стал таким. Вот. А до этого он был мутноватый такой. Мне нравится, как водичка журчит. Тихонечко-тихонечко там. Но основная струя идет вот сюда, по кругу. Это так, душек небольшой. Так, так, ну-ка, сколько у нас тут? Нормально пока. Это у нас давление в колбе. Пока все будет на грани, но ничего, еще нормально. Хлоргенератор не работает, потому что соль мы не сыпали еще. Это мы с Димкой загрузили в него только хлор. Хлор и альгицид, и все. Больше ничего, он работает вот, вот на этом. Так, посмотрим. Скиммер, в общем-то, неплохо держится. Может быть, оставить его на ночь. С поверхности все собирает. Все такое чистенькое, все такое классное. Да, мне очень нравится. Водичка обалденная. So fine, baby, for tonight, I want you to be mine.